Всем привет! Сегодня хочу выйти к вам с такой важной темой, как распространение нашей печатной продукции. Вы знаете, что у нас есть газета «Русская береза», которую мы распространяем каждый день по огромному количеству организаций, храмам, по храмам мы распространяем ее также. И также у нас есть еще листовки. Листовки выглядят вот таким образом. Это у нас листовочка просто про то, что мы помогаем продуктовыми наборами нашим подопечным. Также есть листовочка «Дома милосердия». Также есть вот листовочка «Корзины добра», «Приют одинокого хомячка». И это не все вообще листовки, которые у нас есть. У нас их огромное количество. Также вот недавно тематическая была, ну, праздничная была, пасхальная листовка. И, конечно же, нам очень хочется распространять и эти листовки, в которых вот именно вот так детально, точечно расписана какая-то информация про отдельные ответвления нашего фонда. И мы хотим открыть новое направление, как и в распространении газеты, как и в распространении листовок. Это медицинские центры. Поэтому, если у вас есть какие-то связи с медицинскими центрами, может быть, вы там работаете, или вы владелец медицинского центра, мы будем вам очень благодарны в помощи, в содействии, если вы поможете нам распространять наши листовки и наши газеты. Всем спасибо, всех целую и заранее благодарна.